подписчиков канала Йорни Тревел. Вот там наверху находится балкон, на который выходит Папа Римский. Настоящие лисы, настоящие черепахи, утки, Дилба, Борджо и Чилё, по-моему. Потом подпишу его. Внимание привлекают обнаженные гениталии. Я не знаю, нет, это не влечение, нет, абсолютно, но величественные люди. Кстати, я не пойму, почему в те времена римляне, вообще итальянцы, были столь могущественные и масштабные личности. А сейчас можно заметить, что итальянцы более скромный образ жизни предпочитают, покупают небольшие машины, живут в маленьких домах с маленькими окнами. В основном статуи и скульптуры в Италии в Риме посвящены мужчинам. Я буду гулять, пока у меня ноги не откажут. Даю один из лучших советов за сегодняшний день всем путешественникам. Стоит ли селиться в отель 3 звезды в Риме? Миллиарды черепашьих особей, как в фильме «Парк юрского периода». Это не чёс, это правда. Перевожу. В общем, он говорит, это Колизей. Они говорят, где? А он сзади вас. Экшн-камера Sony позволяет делать просто невероятные вещи. Майкл Джексон! Папа Римских. Сейчас я сползу по ступеньке, как бомжара. Как римский бомж. Сползаю, значит, для того, чтобы дать интервью каналу York Travel. Что мы увидели в Риме сегодня необычного? Мы увидели необычных черных разводил. Так вот, эти афроамериканцы возжелали с нас получить по 5 евро. За что? Идем мы, значит, идем, и к нам подходят два афроамериканца и говорят: давайте мы вам подарим браслетик. Мы же такие, ну давайте, что, раз вы подарить решили нам, конечно, пожалуйста. Дают браслетик, потом, do you have money? Мы такие, no, только куки, печенье ему, раз, печенье. Говорит, нет, дорогой, куки не катит, деньги давай. Мы говорим, нет, деньги мы вам не дадим. Забрал браслетики и отправился дальше. Поэтому не общайтесь с незнакомцем.